Мне кажется, Торик думает, что специально для него постелили такое новое красивое постельное белье. Ему так хорошо на нем, видите? О, да. Чего ты так тяжело вздохнул-то? Ты, наверное, уверен, что это тебе, да, так красиво постелили все? Что теперь тут валяешься, тебе нравится? Все же для тебя в этом доме? Или кота? Причем вы каждый думаете, что именно для вас. Эй, Барбос, тебе не стыдно? Папа дома, это его место. Пофигу, да? Всем привет. Я так ждала осень. И она прям, смотрите, очень резкая и холодная. Я не такую ждала осень. Я хотела теплую, солнечную, красивую осень. Ой, ну что, первые дни осени я немножко пропустила. Мне было ни до чего. Мне кажется, я сейчас первый раз. Сегодня какое, мам? Пятое? 5 числа выглянула в окно. С того, как началась осень. Ну, нет, 1 сентября я была в линейке у ребенка. Там я. Ну, особо тоже, знаете, не разглядывала. Я эту осень, потому что мне не до этого было. Вот. И сегодня я посмотрела в окно. И вот мы с вами перемещаемся в другое окно. Березка, кстати, ой, желтые листики с нее прям облетели. Были ветрено. И они, ну, все равно есть, но не так много, как было. Было ветрено, они все облетели. Вот. Вот такая вот унылая пора за окном, как выяснилось. Сейчас я видела. Зато, мне кажется, у сирени немножечко листочки поживее стали из-за дождя. То, что был дождь, как-то освежилось. Небо серое, естественно. В общем, вот такая вот осень пришла, которую я так ждала. Чтобы похолодало, потому что было жарко. Ну и, пожалуйста, похолодало, похолодало так, что ходим и мерзнем теперь. И почему-то я решила прийти и сняться на фоне кухни, да? Это странно, как минимум. Ну ладно, потому что, наверное, сейчас такое место, где можно встать, спокойно облокотиться. Я уже встала. Сегодня я спала наконец-то в своей кровати. Хотела вчера спать с Ликой, но температура была к вечеру нормальной. В принципе, весь день, ну, не было таких резких подъемов. Но мы договорились, что если что, она будет звонить, там, кричать, стучать, если надо. В общем, бабушке меня. Но она сказала, что, ну, ей самой комфортней, понятное дело, одной. Вот. Она мне пообещала, что если вдруг что, она меня будет будить. И я спала, и продрыхла я сегодня очень долго. И уснула я быстро, но уснула, знаете, я мне день еще такой, ты чего так рано спать? Я говорю, знаешь, я говорю, если вдруг что, мало ли какая ночь, я вот сейчас хотя бы посплю. Вот, и в итоге я уснула, ну, относительно быстро, наверное, время около часа уже было. Вот, и продрыхла я сегодня почти до 12, честно. Видно, так отсыпалась. Но вот я все-таки не люблю так долго спать. Я, конечно, люблю свои подушки, матрасы. У меня затекло все, я проснулась, у меня затекшая спина, соответственно, голова такая побаливает. Вот, ну я встала, видите, даже чуть-чуть уже подкрасилась. Ну как чуть-чуть, у меня только пудра и реснички. Ну я подумала, что хочется мне так сейчас немножечко все-таки наверстать упущенное. Смотреть на себя в зеркало и радоваться, потому что... Ну, как бы эти дни были такие. Надо поднимать себе эмоциональный фон в хорошем плане. Ликуська спит сейчас. Она проснулась сегодня в 9 утра. Аж. Температуры пока не было. Ну, надеемся, что так и будет. И болтал по телефону. У них вообще сегодня, кстати, я не знаю, напишите, ваша школа все учились. У нас сегодня не учились, потому что там пересдача каких-то экзаменов идет. Поэтому все друзья дома. В общем, она с одним поболтала, с другим. В общем, она уже вчера начала разговаривать. А вот эти дни, там, с 1 числа, она не сказала максимум, что она там отвечала на какие-то переписки, это очень редко. Вот. Еды у нас сегодня много. Я вчера вам похвасталась. Еще осталось всего. Поэтому, ну, может быть, только к ужину что-то я буду готовить. Так все, в принципе, есть. Поэтому я с этим спокойно. Мне сегодня надо сходить на Валбери. Знаете почему? Я вам сейчас скажу, почему. Потому что Денис вчера пошел получать, у меня пришло новое постельное белье. Наконец-то семейное я заказала по супер цене. За 1600 я взяла комплект, две наволочки 70 на 70. Простынь большая, огромная, как нам нужно на кровати. Она там 2 на 2,15. И два полуторных пододеяльника. Вот.
Потом еще платье, кстати, я вообще даже не мерила, сейчас посмотреть. И какую-то там, как его называют-то? Краска для обуви белой. Хочу попробовать. Но это мы все с вами потестим. Это мне надо снимать обзор Валберис. Стандартно я уже делаю это все. Вот. И плюс ко всему он пошел сдавать платье. Мне не подошло. Я заказала такое же маленькое черное платье, про которое я так и не рассказала вам историю, которая есть у Лики. На самом деле классное платье. Сшивают наши отечественные, ну, короче, производители, по-моему, в Новосибирске. Вот у Лики здесь я решила тоже такое заказать. Заказывала 1 сентября, 31 я получила августа это платье. И в груди оно мне маловато. То есть все хорошо, но в груди все-таки чуть-чуть оно жмет. И я решила его сдать. Ну и так он вчера, я говорю, отнеси, пожалуйста. Он ее отнес. У нас там новая девчонка, она такая прикольная, с фиолетовыми волосами. Такая, здравствуйте, такая со всеми, видно. Еще на эмоциях, еще не замучена этой жизнью. Ей нравится ее работа. Но что-то, мне кажется, она сделала не так, и возврат не прошел. То есть там платье она забрала, а возврат не прошел. Я смотрю, что у меня нет возврата. Ну и поэтому сегодня я пойду. Я Денис сегодня, когда ехал с работы, говорю, зайди. Скажи, он говорит, слушай, ну вот я сейчас приду, у меня ни твоего телефона, ничего, как я доказывать буду, что там, что-то. Я говорю, ну вроде ты относил. Ну, в общем, он вообще такие вещи не очень любит. Я говорю, ладно, я сама схожу. Поэтому мне сегодня надо выйти из дома, ну и заодно проветриться, немножко проветрить голову. За эти дни там холодно, так понимаю. Там моросит сейчас дождь на данный момент, но я думаю, он придет. В общем, мне надо будет сходить туда, в Валберис, в любом случае. Разобраться, потому что вопрос все-таки там в 3000 рублей. Ну, как бы так. Вот. Потом что-то мне, по-моему, там еще пришло. И что? А, мама сегодня мне идет в ресторан. Они там, у нее какое-то мероприятие там отмечают все. В общем, мама тоже сегодня надо. Мы сейчас достали платье ее. Такое у нее есть платье очень клевое. Оно как раз вот на эту погоду. Оно такое длинное. И она сейчас его надела. Она такая статуэточка прям вся такая. Ну, короче, клёвое платье. Если получится, я сниму. Вот. И он говорит, что я сегодня сделала ее укладку. Ну, надо. Она должна пойти очень красиво, я считаю. Вот. Решали, в чем ей ехать. Ну, вроде такая погода, туфлях. Ну, она говорит, что на такси, что ехать. Я говорю, ну, конечно. Я так и думала, что она поедет на такси. У меня даже не было вопросов. Я говорю, туда и обратно езжай на такси. Вот. Поэтому я надеюсь, сегодня она будет прям конфетка у меня. Что еще вам рассказать? Не знаю, я соскучилась. Видите, я болтаю, я соскучилась. Меня немножко отпускает, выдохнула. Хотя я еще очень боюсь, что что-то может пойти не так. Но я надеюсь, что мы перешли вот эту грань, когда идем на выздоровление. Пока отменили все. Вообще у нас, когда пришел врач, ну, у вас, говорит, больничный до среды. Я стала смотреть, ну, только на четверг смогла записаться к врачу. А вчера я понимаю, что... Даже нет смысла идти в четверг, как минимум до пятницы, до понедельника, ну, то есть до понедельника я точно ее никуда не пущу. Я буду смотреть, как она будет восстанавливаться, потому что, ну, видно по ней, что нет. Все, закончилось, когда мама идет на поводу, здесь все, это здоровье, это жизнь. Поэтому я сказала, Лика, извини, но я уже буду решать, как взрослый человек, а не максимализм, как подросток, максималист. Когда ты будешь в состоянии приступить к активному образу жизни. Поэтому сейчас мы ее отменили, вплоть до того, что всех репетиторов, всего, потому что ей надо спать, восстанавливаться, кушать. Сегодня она уже покушала хорошо с утра, пока я спала, мама покормила. Опять же, плюсы проживания с мамами. Но, конечно, я понимаю, что не все могут. Все мамы разные, все тещи, дети, свекрови, все разные, поэтому, может быть, нам просто повезло, не знаю. Вот. Так все, в принципе, что я вам хотела пока рассказать. Ой, соскучилась, чувствуете, соскучилась. Все рассказываю, все болтаю с вами. Вот. А, я знаете, что хотела вам... А, я уже еще сделала заказ золотое яблоко. Короче, кто-то... Я уже сколько, третий, четвертый заказ золотое яблоко прям подсела. Но я уже не раз говорила, что мне нравится доставка от 1000 рублей бесплатно. И сейчас мне, правда, не предложили. Мне на 1500 мне не предложили доставку дополнительно за рубль. За 2 часа, то есть мне привезут это только завтра, но не критично. Почему заказала? Не потому, что я прям залезла такая, мне вот лишь бы... Мне кончился тональник, все тональники у меня кончились. Причем один какой-то я потеряла, то, что Галечка мне прислала, я не могу найти тональник. Классный тональник, не могу найти. Вот, очень много использовала Лика что-то, ну, понимаете, подростки, вот. У меня и закончился этот... Простите, у меня очень потек нос. Как называли? С улиткой вот этот макай, как он? Кушон. Лика его использовала, в общем, тональники. Я тут просто, у меня куча пузырёчков лежала, я была уверена, что там все есть. Но нету.
У меня есть, нет, у меня есть там пара тональников, но мне не нравится, как они не очень подходят. Не могу, как бы ни было, я всегда возвращаюсь к своему макс-фактору, 105-му цвету. А, как я начала, мне кажется, его лет с 14, с 15 использовать, 105-й оттенок, макс-фактор, классика, вот этот их тон. Так он мне всегда, я уже рассказывала об этом, должен быть в косметичке. Тут я решила себя перебороть, он у меня закончился, я его выкинула. У меня всегда еще какие-то другие, но этот должен быть всегда, потому что прям он выручает в любом всегда случае мне. Я решила себя перебирать, думаю, надо переходить на что-то новое, еще что-то, и месяца три, наверное, у меня не было, и все, я уже не могла. Там он стоит в золотом яблоке 611 рублей, я зашла на Валберс, стала смотреть, я смотрю, там даже упаковка другая, думаю, ну, может быть, это какая-то новая серия, они там, ну, брендинг упаковки сделали. Там он стоит 500 с чем-то рублей, ну, то есть 100 рублей разница. И читаю, и многие пишут, что, слушайте, по-моему, это подделка, даже оттенок немножко отличается. Не стала рисковать, думаю, не буду я так рисковать, мало ли что там, не заказывать, заказала в золотом яблоке. Ну, естественно, накидала там еще что-то. Вот. И я что хотела вам показать? Сыворотку в тот раз, которую я брала, сейчас я покажу вам. Вот эту сыворотку я показывала, я заказывала в золотом яблоке, слушайте, по-моему, 700 рублей, она что стоит, а стоила... 1700, что ли. У нее хорошая скидка была. Мне очень она понравилась. Честно, вот я уже пользуюсь... Палочки, я ей пользуюсь уже там вот несколько дней. Она такая маслянистая, очень приятная отдушка у нее. И видно, что в ней прям содержится масла. Потом такой немножко липковатый слой остается, но прям очень... Очень-очень мне заходит. И действительно цвет лица она мне выровняла. И все. И расход у нее, да, такой большой за счет того, что она маслянистая, но очень прикольно. Это, кстати, не пластиковый пузырек, не подумайте. Еще хотела вам посоветовать такую штуку от Schwarzkopf для укладки. Ну, Анки была, я даже не знала, что у нее есть. А ей, главное, она не подошла. Она говорит, что у нее тонковатый волос для этого. Это прикорневое... прикорневой спрей для объема. Он солевой. Слушайте, он так бомбически держит, просто вот, это очень клёвый, ну, это из профессиональной косметики, я уже второй раз, он, во-первых, не, он, знаете, делает волосы, как будто вот он, правда, с начесом, но не слепляет ничего, очень круто держит прикорневой объем, укладываться с ним очень удобно, так что могу порекомендовать вам вот такая штука. Смотрите, у меня здесь есть полочка, выделенная мне временно, пока мой туалет ремонтируется. В общем, по сути, у меня вот здесь вот скраб стоит, вот эта вот супер-пупер умывалка, которую я тоже заказывала в золотом яблоке. И вот что хотела сказать про золотое яблоко. Это то, что я реально видела, что там есть эти скидки. Потому что вот я ее брала то ли за 500, то ли за 700 рублей, и через какое-то время захожу, а она уже стоит 1700, вот эта вот умывашка. Но она реально очень крутая, очень маленький расход у нее. Ну, вот это я вам тоже рекомендовала, L'Oréal, но это я брала в Летуале. Увлажняющий гель. Правда, очень увлажняющий, очень тонкий, то есть не жирнит кожу. Вот, ну, просто. Ну, это просто умывашка, ну, этот, мицеллярочка, просто протереть лицо. Ну, это хлоргексидин. Вот, еще я вам показывала йод. У всех в ванне стоит йод и хлоргексидин. Еще я показывала, вернее, рассказывала, что я стала пользоваться никотиновой кислотой для волос, что типа жирность волос убирает. Короче. Вот. Корней. Жирность корней. Но я только начала пользоваться, и вот эти дни, естественно, ничем я не пользовалась. Поэтому я не могу вам пока сказать, что какой-то супер результат. Ну и, собственно, моя... это... Что? Это как это называется? Я вам только что говорила. Господи. Ладно, все, я не хочу больше думать об этом. Я подумаю об этом завтра. Ладно, никак она не называется, все, забудьте, я вам только что про нее рассказывала. Вот, ну, короче, тут остальное, в принципе. А, ну вот это еще умывашка Байотовская Лики. Очень нравится, очень подходит. Она прям очень довольна ей. Видите, сколько она уже ее использовала? Уже половину. Она такая, как пенка. Прям класс. И вообще не мешало бы сделать уборку в ванне. Давно я не убиралась. А мне кажется, убираюсь тут только я. Еще прикол, сейчас я вам скажу. Видите эти кроссовки? Я сейчас почему вспомнила, увидела, что там сохнет обувь. День вчера мыл, короче, обувь свою. В общем, его одни я уже выкинула. Вчера помыл две пары кроссовок. Одни я выкинула уже. И
Сегодня таки стоит, сохнет. Я подхожу, это Ликина кроссовки, я покупала в Терволине в начале лета себе и ей. Сейчас. Ну и начинаю переставлять обувь, чтобы там, ну, по-другому сохло, а эти прям мокрые. И беру вот так, отгибаю просто. Смотрите. Причем я вот недавно выкинула еще одни белые, потому что тоже то ли, ну, у Лики тяжелая нога. Вообще эти кроссовки очень клевые, они мне очень нравились. Я хотела сначала взять себе, но поскольку они понравились Лике, я ей как бы отдала. Ничего с ним не произошло, но почему-то они решили вот на одной отклеиться. То ли Денис, хотя стирали в машинке все, но вчера вручную драил, прям мыл, он свои отмывал кроссовки, заодно помыл все. И как бы да-да, все. Минус одни кроссовки. То есть у нас остались, по сути, одни кеды. Было трое. Ну, еще есть мои кучи, которые она периодически надевает. Ну, отлично ее. Это вот. Понимаете? Просто. Но она не так много в них походила, самое что обидно. И я даже думаю, что нет смысла ничего тут заклеивать. И все, я бросила на выкид. Не знаю, то ли обувь такая, то ли... Ну, как бы странно, да? А как мыть-то, что они так отвалились? Ну, прям вот. Вот. Стоили они в районе 2500 в Терволине. Так, удобные, классные, но они решили порваться. Там еще одни вон лежат, Денисова, которые тоже на выкид. Но и этим, это круповские кроссовки, мы их покупали давно. Это у него такие, как сказать, для... Ну, не на постоянной основе ходил, но ходил там. Склад на работу такой едет, пыльную, грязную. Ну, короче, где-то они легкие, с собакой сходить... Ну, все, там они немножечко порвались и что-то как-то покрасились, в общем. Пока-пока. Я говорю, ну, я же сказала, что я купила две пары. Ой, а это цепочка. Вернее, три пары обуви. Хотела что-то выкинуть. Видно, муж решил помочь. Так почему он начал со своих Ликиных? Выкидывать-то надо мою обувь. Сегодня у нас еще одна важная миссия. Муж меня заставляет это делать. Я не хочу. Я не хочу это делать. Ты не так сказала. Что ты вот, почему, когда включается камера, ты говоришь так? Как ты сказал? Я сказал, не хочу тебя обременять этим. Да, если потом, хочешь, знаете, что я ему сказала? Ну, потом же ты, я буду на тебя орать. Что все не так. Короче, нам нужно разместить розетки. А вы что тут вдвоем встретились? Разместить розетки, а это дело такое, потому что потом переделать это уже нельзя. Это очень важная миссия. У нас есть велосипед еще, кстати, да. Да? Не знаю, кто-то его апгрейдил и все. Вот, это очень важная миссия. Мне кажется, что все равно у нас не получится идеально. Но мы будем стараться. Короче, от этой стены мы отмеряем 80. У нас уже все отмеряем. Ну нет, там было 60, а теперь мы решили 80. Да? Да. Ну, 80, у нас будет отмеряем 80. Подожди, может быть, больше? Ну да, мы тут светильник почему-то хотели. Правильно, да. Мы хотели светильник, потому что... А теперь здесь будет начинаться... Это тумбочка. Только начало кровати будет. Это кровать и начало? А где тумбочка? Тогда тумбочка 60? Вот здесь. Нет, ну, сколько? Вот. Получается, тумбочка 40. Да, 40 и 40 от стены. Вот так. 40, 80. Это тумба. Да. Над ней, получается, у нас будет... Тумба получается, сколько? 60? Ну, пол еще делать. Поднимется где-то на полтора сантиметра. Да. Наверное, 70 надо делать. А точно 60? Тумбочка. Надо Ликину мерить. А ты такую же хочешь? Не, ну они, в принципе, стандарт. Ну, 60, мне кажется. Или 70. Еще те мерчики. Напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях. 70 или 60 тумбочка? Когда выйдет, мы уже все сделаем, и нам такие. Короче. Что ты, помощник главный? Ты что, главный помощник пришел? Он везде все контролирует. Везде. Короче, надо отмерить все здесь. Телевизор разметить надо уже. Я, то есть, должна уже понимать, как будто бы, как будут стоять кровати и все остальное. Это очень сложно, честно. Эту стену уже сделали, выровняли. 60? Ну да. И то есть где-то надо 70, да, чтобы... Ну, 70... Это... Середина розетки получается. Ну, да. Так, ну... Не видно, кусты вообще прям желтые. Ну, там розетка выключатель-то хотела. Мы сделаем один выключатель, да, с одной стороны. Тогда две розетки.
Ну, я бы сделала с одной стороны только выключатель на лампы нижнего света и с другой стороны две розетки. А зачем две розетки? Ну, потому что я могу подключить что-то. Ноутбук. Да. Да, давай делать две розетки с одной. В принципе, мы же с тобой не ругаемся особо. Так что я тебя сейчас могу попросить выключить свет. Да. Ох, окно такое грязное. Кровать 140. Но мы с тобой мерили примерно. Мы мерили серединку. 150. Потому что мы не знаем, 140 или 160. Да какая понравится. Вот представляете? Вообще. 150. Поэтому взяли 150. Это кровать. Соответственно, вот ты здесь рисовал светильник, а его надо будет сдвинуть вот сюда. Ну, как-то. Да. Ну да, светильники тоже будут. Ну, светильники там просто провод выходит, а надо же. 20. Я уже даже придумала, за какие будут светильники. Не те, которые тебе нравятся. Ну, ты там показывал? Нет, они будут вообще другие. И даже не те, которые я до этого показывала. Короче, ты мне, конечно, скажешь, что это полная фигня, но вариантов нет. Так, светильники. Главный помощник просто, главный. Светильники у нас, ну, на краю кровати. Ну вот я не знаю, помнишь, я тебе говорила, что я хочу, как бы, чтобы они, ну, чуть заходили, наверное, на кровать. Чуть заходили, это по 10 сантиметров. Вот, вот высота такая, как я здесь нарисовала тогда, ладно? Угу. Высота такая, как я нарисовала. Да? Я на улице. Так хорошо. Дождь, ну, был, сейчас нету. Я решила так немножко пройтись. Ходил в Валберес, забирала очередную бейсболку. Кстати, помните, вот эту бейсболку я заказывала, вот она и пригодилась, очень прикольно. И видите, еще курточку, джинсовочку я еще вам не показывала. Тоже заказала на Валберес, но она такая коротенькая. Прикольно, выгуливаю. Вот. Так что, а, узнала я по поводу возврата. Я говорю, а что не прошло? Она говорит, все прошло, посмотрела платье. Говорит, личный кабинет подвисает. Пишите службу поддержки, чтобы они это налаживали, потому что прям беда бедовая. Вот так. Но еще одну со скидкой взяла бейсболку. Думаю, блин, с такой ценой. Надо заснять, короче, обзор на покупки с Валберес. Потому что уже много накопилось. Сейчас выложила в Телеграм платье, какое я заказала. Быстрее, быстрее, чтобы девочки успели, если кому надо, купить со скидкой. Вот, аж платье стоило 1800, когда я его положила в корзину, а сейчас не стоит 1000. Ну, как бы нормально. Я заказала клевое платье. Вот, короче, подышала воздухом немножко, сейчас пойду домой. Прикольно. Вот, наверное, я так засиделась дома, что мне даже сейчас эта погода нравится. Вот так. Так что сходила, все узнала. Пойду домой. Нагулялась, называется, можно чайку с кофе. Чайку с кофе. Кофеечек с сырком попить. Все время забываю, что как это вкусно. Тут я купила маме. Сейчас мама достала из холодильника, думаю, тоже. Так это вкусно все-таки. И тут муж подарок приготовил. Божечки. Обалдеть. Ой. Ну вообще, за немножко что-то пошло не так. Ты плохо мастерил. Я просто это примеряю, это примерочный. Обалдеть, эксклюзив, чё?